Я ходила в Одессу на приглашение господина мэра, господина Труфанова. Я очень рада быть здесь. Мне очень нравится Одесса, и именно господин Труфанов тот человек, который познакомил меня с Одессой. Поэтому я очень рада быть здесь. Это уже мой третий раз в Одессе, и я не могу не отметить, что с каждым разом, как я приезжаю, город становится все более и более красивым. Также стоит отметить, что Одесса очень европейский и очень космополитичный город. Также мне, как жителю Греции, очень симпатизирует Одесса тем, что у нас очень много моментов общих в истории. Например, Филикетерия, которая дала основание началу борьбы за независимость Греции. Вот в этом году мы отмечаем 200-летие независимости, например. И я бы хотела пожелать мэру и всему городу, чтобы они продолжали процветать, чтобы город процветал, а мэр продолжал так безупречно выполнять работу, которую он уже делал и, надеюсь, планирует делать. Также мы сюда также приехали с целью усилить наше сотрудничество и кооперацию между нашими странами, ну и не только сотрудничество, но и поддерживать наши дружеские связи. Во время встречи мы обсуждали дружеские отношения между нашими странами и также традиционные мероприятия, которые мы всегда вместе реализуем. Также мы обсуждали потенциально возможные проекты, которые Одесса сможет реализовать совместно с Грецией в будущем.